Прохожие обезвредили мужчину, напавшего на женщину с ребенком, а потом полдня ждали полицию, чтобы передать его правоохранительным органам, но никто так и не приехал. В 7 утра жители дома на улице Маковского услышали крики девушки с грудным ребенком о помощи. Ее прямо на улице, по словам очевидцев, зверски избивал молодой человек. На помощь пришли случайные прохожие. Женский голос кричит: «Помогите, помогите!» Избивал очень сильно, то есть мне издалека были слышны удары. Девушка плакала, звала на помощь. Мимо проходили двое мужчин, начали его оттаскивать. Он вел себя очень агрессивно. Я выхожу с собакой на прогулку и видим уже такую картину. Дворничиха и двое мужчин. Вот этого товарища пытаются как-то утихомирить. А он их расталкивает в пух и прах. Вон там вон покрышка валяется, вон у красной машины. То есть он кидал эту покрышку. За красной машиной вот такой кирпич лежит. Он этим кирпичом швырял. Один мужчина был в возрасте такой. Он его здесь вот уронил, среди машин начал пинать. Второй помоложе, вот как раз, вон видите, зеленая труба идет. То есть он его швырнул на эту трубу. И мой муж подлетел и ему пару раз ударил. Он не ожидал этого. Он вытаращил глаза и матом вроде, типа, ты чего? Он говорит: это ты чего? Ты, говорит, бьешь женщину, да еще и с ребенком. И еще раз ему врезал за трещину прям по голове. Девушка, я так понимаю, пока его оттаскивали, девушка успела убежать. Если бы не они, он бы девушку, наверное, все-таки, я думаю, что покалечил бы очень сильно. Там слышны были удары, и он бил ее явно не руками, он бил ее ногами. Она сначала плакала, потом она стала громко кричать, звать на помощь. Но это вот я не представляю, я думала, он ее вообще там убил, вот когда уже все подбежали. Молодцы, что вмешались. Мне кажется, он просто вот или в алкогольном, или в наркотическом опьянении. Вот дворник, который вот позвала как раз двух мужчин, чтобы его оттащить от женщины. Он этот... Ее плевал сперва, а потом дошла до сюда, она кричит: помогите. Кирпич такой взял большой, он там кирпич валяется. Угу. Говорит, ну, наверное, холодно, да? Сейчас убью всех. Полицию я вызывал в 6:45. Мой звонок они зафиксировали, обещали вызвать наряд. И она еще и кричит мужчинам: мой муж, вот эти двое, кричит: держите его, чтобы он не убежал, должна милиция подъехать. От наряд они не вызвали. Следующий звонок от меня был в 7:30, наверное. Мне девушка сказала на коммутаторе, что вызов она мой приняла. Мы стояли, караулили, прошло 1:20, милиции нету. Звонит в 112, говорит: вот так и так, была заявка. Ну, ей там не грубо, но сказали: мы заявку передали, это не к нам, и положили трубку. Она набирает в милицию, они говорят: да, заявка есть, но выезжать некому. И мы вообще в таком трансе, то есть тут хоть убивай, хоть стреляй, никто за нас не заступится, никто нам не поможет, оказывается. Это дико выглядело. Женщина, коляска рядом, он ее избивает. Ну, это просто вот глупо не вмешаться. Странно, что полиция не приехала. Вот меня что больше всего смущает. Потому что я говорила о том, что там коляска находится. Там женщина с коляской. Я это повторяла несколько раз. Даже через 2 часа никто не приехал. Ну, за 2 часа все же понимают, что может произойти. Нам только вот сказали: подержите его. Спят еще, наверное. Сказали, что в 12 часов. Вот девушка звонила, сказали, что в 12 часов милиция придет. Нет, они сказали, что с 12 работает ППС, а участковый уже закончил работать. А так выезжать им некому. Пункт ходила, там нет никого. Вы позвонили из вызова экстренных оперативных служб. Все разговоры записываются. Полиция туда вызвана. Полиция приедет? С 7 утра она не едет. Ну, я не знаю, я не сотрудник полиции. Заявка туда отправлена. 268-41-00 можете набрать, уточнить, когда подъедут. Ваш звонок является первым в очереди и будет обслужен первым доступным оператором. Благодарим за терпение. Ваша позиция в очереди 4. Прогнозируемое время ожидания составляет 23 минут. Благодарим за терпение. Мужчина, да, живой должен быть. В 7 утра вот он женщину избивал, и его тут обезвредили.
Ну, я говорю, он был неадекватный. Я не могу утверждать, в алкогольном он, наркотическом опьянении, но то, что неадекватный, это 100%. Так как полиция не ехала, наши корреспонденты решили вызвать хотя бы скорую. Состояние молодого человека было непонятно. И что с ним будет, пролежи он еще часов 6, было неясно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вызывали, да? А? Вызывали мы. А что случилось? Мужчины говорят, что избивал девушку с коляской. Она была. Ну, в общем, что? Мы ее... Выбежали местные мужчины, его обезвредили, ждали, когда полиция приедет, полиция не приехала. Когда мы с мужем вышли из подъезда, он дрался с двумя мужчинами. То есть вот дворник позвала кого-то, чтобы его от этой девушки с коляской оттащили. Как зовут? А? Не слышу. Владимир. А что беспокоит тебя? Голова болит. Ага. Зачем вы избивали женщину с ребенком? Я не избивал женщину с ребенком. Я помню двух мужчин. Меня били палкой и все. Все, мы сейчас его осмотрим, госпитализируем. До свидания. До свидания. Ну, а затем нам удалось отыскать и девушку, ставшую жертвой этого молодого человека. Оказалось, что это его жена, которая пытается с ним развестись, а он ей мстит. Сегодня ночью он вломился в ее квартиру и отнял ребенка. Она сама с 4 утра вызывала полицию, и к ней тоже никто не приехал. Вы звонили в полицию ночью? Звонила. Что, не раз? Никто не приехал? Нет. Я всем... Давайте, я расскажу. Расскажите. Я звонила в полицию и не раз. То, что никто не приехал. 4 ночи ворвался. Вытащил ребенка, избил меня. Девушку-то, я говорю, худенькая, хиплая. Ну, что она с ним сделает? Бил меня, да. как мужика бил. Он забрал отсюда ребенка в 3 часа ночи. У меня есть, кстати, записи, как он мне бил. Ребенка мне отдай. Я могу тебе ноги. Ты зачем его нервируешь? Я просила помощи. Я еще с Миниева просила помощи у каждого. Каждого человека просила помощи просто. Ребенка забрать и домой отвезти. Он пьяный был? Да. А вы когда позвонили в полицию? В 4, наверное. В 4 утра. Подожди, сейчас буду скоро. И так и никто не приехал. В полицию, непосредственно в отдел автозаводского района, а не службу 112, наши корреспонденты тоже пытались сегодня дозвониться. В одном случае робот говорил, что полиция ответит через 23 минуты, во втором время ожидания ответа 30 минут. Так как отдел находится буквально в паре километров от места событий, наши корреспонденты туда доехали. Здравствуйте, мы представляем программу «Кстати». К вам заявка приходила. Мы хотели бы узнать, почему никто не приехал из сотрудников полиции. Когда была заявка? 93 находится управление, там пресс-служба находится. Зададите вопрос, вам ответят. Жители к вам обращались. Мы вам ехать до этого дома всего 4 Мы не можем давать какие-либо пояснения. Кстати, мы сегодня же обращались и с официальным запросом в пресс-службу ГУВД Нижегородской области с просьбой прокомментировать всю эту ситуацию, однако ответа не получили.